2 мая на крепостной горе Ставрополя торжественно открыли новый памятник – мемориальное панно «Мы победили». В основу была положена идея нижегородского фотохудожника Игоря Пшеницына. В 2010 году автор создал панно «Наша победа». Работа над проектом длилась больше года. По крупицам, через советы ветеранов и интернет удалось собрать более 15 тысяч фотографий военных лет. Вот об этом сайте, об этой работе, работе с ветеранами – я рассказал ставропольчанам, присылал эскизы, присылал изображение того, как это реализовано в Нижнем Новгороде, для того, чтобы показать, как это реально может быть исполнено. В октябре прошлого года на Ставрополье начался сбор фотографий. За это время горожане принесли порядка 9 тысяч военных снимков из семейных архивов. Это позволило реализовать целый ряд масштабных проектов, первым из которых стало создание мемориального панно с помощью самого автора идеи. И уже в самом начале февраля я стал получать фотоматериалы, которые собирались в вашем крае. И началась конкретная уже работа. Из этих фотографий я составлял вот то панно, которое вот в результате получилось. 4222 фотографии защитников Отечества и тружеников тыла собрал воедино образ советского солдата, водрузившего Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Мария Жирова и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».